Российский исполнитель Михаил Шуфутинский прокомментировал смерть артиста Вилли Токарева. Певец оказался шокирован этой новостью. «Я в шоке. Потому что полжизни с ним связано. Знаете, вы меня вообще просто убили», — сказал он. По словам Шуфутинского, смерть Токарева — это огромнейшая потеря для культурной жизни целого поколения людей. «С Вилли все начиналось, то, что сегодня называется шансон. Но я имею в виду в эмиграции. Мы когда все вместе оказались в Америке, он был для нас примером. Он ни на секунду не останавливался, все время работал, все время что-то делал», — рассказал певец и выразил соболезнования близким и родственникам шансонье. Ранее стала известна причина смерти 84-летнего Вилли Токарева.